Всем привет, с вами Дизик, и, пожалуй, это... Я не знаю, как назвать эту игру. Это, пожалуй, симулятор школьника только. Называется она «Улица Димитрова». Боже мой, «Улица Димитрова». Тут все нарисовано ручкой. You are Peter. A homeless child. In Санкт-Петербург, Russia. Smoke... Боже, snitch and visit your mom. Зепа... Проститут... В общем, моя мать проститутка, в общем-то. Я по сути... Может разбить окошко, своровать этот клей, боже мой. Можно своровать значок от машины. Можно водку своровать, боже мой. Ну давай, давай, мы же в России, все. Я не живу в России, но я могу предположить, то, что судя по этой игре, так оно и происходит. Школьники, которые плохо учатся, у них так все и в жизни происходит. То есть они ходят, они, у них волос нет, у них, то есть какие-то маленькие колючки есть. Вот, этому чуваку, наверное, можно что-то дать. Тебе можно что-то дать? Тебе можно что-то дать, чтобы ты дал мне что-то еще? Ага. Так, сигарету дам. Ну, конечно, школьники все... Школота! Школьники, хотя, блин, хотя, по сути, разница небольшая. Ну, окей, просто все школьники курят, да. Хорошо. Я так понимаю, это моя мать. Ой, ой, как мило. Боже мой. Я матери водку дал. Ага. Мать, еще? Еще? Еще, ну, давай, давай. Давай, нужно еще деньги. Еще деньги? Знаете, походу в этом есть смысл. То есть ей бухло должен дать, что ли? Что? Ей деньги да. О боже мой. Как ужасно. Ее сняли только что. На глазах собственного сына. Хорошо. Хорошо. О! Что-то интересное. Бабулька, которая торгует презервативами. Да, это носки, боже мой, это носки. О боже мой, это носки, это носки. Хорошо, знаете, это музыка просто, о, девочка какая-то. Что? О боже, я бы с ним не стался. Боже мой, боже мой. Хорошо, кто ты такой? Вообще не какой-то дагестанец. Что? Погоди, я тебе клей должен дать? Клей это что? Что я тебе водку даю? Деньги даю? Боже мой, как же я много курю. Как же этот чувак много курит. Боже мой. Ну, я даже не знаю, давайте... все, все, окей, стырил, да. Как офигенно просто. Да. Я просто не знаю, что еще показывать. Эта игра, она фактически не имеет смысла. Она малоизвестна, хотя вроде как... Ты что, ты мне дашь деньги, да? Да, ты мне дал деньги, круто. Я не знаю, что нужно тут делать. Я без понятия. Боже мой. А, мне кажется, этому чуваку клей нужно давать. Клей, да? Клей? Да, клей. Этот чувак нюхает клей. Смысл этой игры в том, чтобы получать сигареты. И как бы смысл... Это симулятор курильщика. Ну, по сути, скорее именно школьника. Your name is Peter. You live... О, боже. Он стрит, наверное, я не знаю. Просто жесть какая. Мать дает сигареты за водку. Водку нужно добыть, разбив стекло. Я просто не представляю. Боже мой. Вот это даже... У меня нету слов. Даже наверное... Я просто хотел вам ее показать. Даже можете зайти на сайт и всякое такое. Теперь ему грустно. О, пошел снег. О, он умер. Музыка, игра Лея Шанфайзер. Большое спасибо. Знаете что, по-моему, это создал какой-то... Точно, это создал кто-то другой. Это не русский создавал. Походу, смысл этого чувака, смысл жизни этого чувака, чтобы просто курить. Если он не курит, то он умирает. Ладно, на этом у меня, собственно, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик. И до скорой встречи, боже мой. Это одна из самых упоротых игр, которые я видел. Боже мой.